Хелло, Адуйко, у нас есть проблема в доме. Уже несколько месяцев не можем с мужем спать в одной кровати. Не можем уснуть. Сон уходит. Это происходит только в нашем доме. А в других местах проблемы нет. Много раз очищали дом энергетически, но ничего не меняется. Сон исчезает. Можно здесь как-то помочь нам? Спасибо огромное. Можно, необходимо той энергии, которая вам мешает, дать имя, сказать, нарекаю тебя, и дальше сказать именем там Петя, Сережа и так далее. Поставить где-то блюдце с молочком и какое-то время положить туда молочко и его смывать. После этого сказать, зайти в чулан и сказать, с этого момента я приглашаю, чтобы ты здесь находился и служил мне, и не мешал нам. И после этого в блюдце, с которого вы кормили, положить сверху серебряную монету. Дух, который вам мешает, будет находиться под серебряной монетой на этой тарелочке. И уже с этого места из чулана не уйдет. После этого какое-то время это должно находиться, там год или там несколько месяцев. Потом можно эту серебряную монету убрать, дух жить с вами больше.